По словам телеведущего, певица впервые за 7 лет дала откровенное интервью. Известный телеведущий Андрей Малахов подвел итоги года. Он отметил, что в декабре самый популярный запрос Яндекса выглядел так: «Андрей Малахов. Прямой эфир. Ирина Понаровская». По словам Малахова, Понаровская впервые за 7 лет разоткровенничалась с публикой. Даже официальный представитель МИД Мария Захарова позже признавалась, что беседа с Понаровской произвела на нее неизгладимое впечатление. В течение нескольких часов она только и думала об этом интервью. Малахов признался, что давно мечтал поговорить с Понаровской. Когда он после ухода с Первого канала переезжал на новое место работы, то взял с собой книгу об Ирине Понаровской. Малахов отметил, что долго созванивался с певицей. Она меняла место дислокации, и ее было очень непросто выловить. Но все-таки ведущему это удалось. Во время беседы Понаровская рассказала много интересных историй о себе. Малахову уже больше всего запомнилось объяснение певицы, что значит татуировка в виде трех божьих коровок на теле звезды. Они, как рассказала Понаровская, сделаны в честь ее мамы, бабушки и любимой внучки, сообщает Стархит.